Участок дороги на улице Минаева рядом с 7-м домом частично перекрыт. А все потому, что рабочие, которые занимаются ремонтом дорожного полотна, заметили подозрительный предмет. На месте работали сотрудники МЧС, полиции, спецназ Росгвардии и саперы. Во время дорожных работ рабочие обнаружили предмет, похожий на боевой снаряд. Дорожники незамедлительно позвонили подрядчику, а тот – полицейским. Звонок поступил в дежурную часть в 13:16. Ну, а нет, сейчас-то очистили все, убрали, выяснили, что это не представляет опасности. А что это такое? А? Не могу даже. Не знаю, не сказали. Спецслужбы работали на месте около 2 часов. Как выяснилось, подозрительный предмет является элементом строительной конструкции и опасности не представляет. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.